Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В загородном клубе «Завидное» прошла встреча, посвященная развитию семейного бизнеса. В дальнейшем мы планируем выйти с инициативы в Московскую областную думу, чтобы в Московской области внесли понятие семейное предпринимательство. Педагог детской школы искусств поселка Развилка удостоилась высокой награды за профессиональные достижения. Самое основное, я так проанализировала, это какие-то авторские разработки, наработки. В музее-заповеднике Горки Ленинские прошла встреча клуба владельцев автомобилей «Волга ГАЗ-24». Я считаю, это прекрасное наше культурное, техническое, историческое наследие. В загородном клубе «Завидное» прошла встреча, посвященная развитию семейного бизнеса. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. Уютная обстановка загородного клуба в поселке Измайлово словно создана для проведения первого бизнес-форума, посвященного открытию комитета по поддержке и развитию семейного предпринимательства при торгово-промышленной палате Ленинского городского округа. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня пришли, поприветствовать от лица администрации Ленинского городского округа, от Совета депутатов Ленинского городского округа. Мы все очень рады вас видеть на обидовской ленинской земле. И я надеюсь, что подобные мероприятия, они будут массовыми. Не единственный округ, который будет заинтересован в развитии именно семейного бизнеса. В принципе, семейный бизнес, он всегда был где-то рядом с нами. У нас есть отраслевые комитеты, которые занимаются отраслевыми направлениями, очень важными и нужными. Но не было чего-то общего, которое объединило бы всех нас. Это как раз-таки семейный бизнес. Комитет организован по инициативе семьи предпринимателей Марины и Сергея Коняхиных. Свое дело супруги открыли 10 лет назад. Сейчас у них целая сеть частных детских садов. В дальнейшем мы планируем выйти с инициативы в Московскую областную думу, чтобы в Московской области внесли понятие семейное предпринимательство. В дальнейшем мы планируем, что будет в Московской области введен семейный патент, где у предпринимателей, кто ведет семейный бизнес, будет возможность использовать его. Я помогаю в плане организационных моментов, каких-то технических, правовых, документальных, чтобы, соответственно, снять супруги свои бюрократические номенклатуры, то есть все эти части. Приехали поддержать предпринимателей округа представители федеральной и региональной торгово-промышленных палат. Проекту уже более 5 лет. Он объединяет семейные компании со всех регионов нашей страны. В каждом регионе у нас открываются как раз-таки комитеты по семейному предпринимательству. У них входят активные представители семейного бизнеса. В разных отраслях они действуют. Это и производственный бизнес, это и сельское хозяйство, и услуги. Проблема семейного бизнеса стоит уже давно. И это проект федеральной нашей торгово-промышленной палаты Российской Федерации, которая поддерживается и правительством нашей Российской Федерации. Поэтому мы считаем эту задачу развития семейного предпринимательства очень важной. Те комитеты, которые уже на федеральном уровне поддерживают вас, поддерживают нас всех, это огромное, вы знаете, достижение для предпринимателей. Главные задачи комитета – развитие семейного предпринимательства, выявление и решение проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, а также привлечение к труду подрастающее поколение. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор Московской области». Каждый житель региона может отдать голос за своего любимого врача. Сделать это просто. Необходимо зайти на портал «Добродел», раздел «Голосование», далее проведение ежегодного областного конкурса «Народный доктор Московской области». Чтобы перейти к голосованию, нужно выбрать свой муниципалитет. Появится список всех врачей Видновской клинической больницы. Найдите фамилию, имя и отчество врача, за которого хотите отдать голос. Напишите несколько слов в комментарии и голосуйте. В конкурсе участвуют более 25 тысяч медицинских специалистов. По его итогам будут определены лучшие детские и взрослые врачи. Они получат денежные призы. Голосование завершится 6 ноября.
Учитель, который добросовестно относится к своей работе, достоин награды. Педагог детской школы искусств поселка Развилка получила премию президента Российской Федерации за профессиональное мастерство. Все подробности в нашем следующем сюжете. Современный учитель – это интересный и понимающий человек, который любит свой предмет, а также умеет найти подход к каждому ученику. Такие наставники всегда достойны награды за свою профессиональную деятельность. Одной из них оказалась Елизавета Ежова, педагог детской школы искусств поселка Развилка. Она получила премию президента Российской Федерации как лучший преподаватель дополнительного образования в области музыкального искусства. Достижениями являются конкурсы, участие детей в конкурсах. И самое основное, я так проанализировала, это какие-то авторские разработки, наработки, пособия, какие-то печатные издания. Вот они у меня есть. Елизавета Борисовна преподает не только музыку, но и проводит другие развивающие занятия для учеников школы. Например, игру «Что, где, когда». Ребятам нравятся ее занятия. Ну, я очень люблю ходить сюда. Мне нравится. А чем ты здесь занимаешься? Я узнаю всякие предметы и отвечаю на вопросы. Елизавета Борисовна – добрый, хороший педагог. Объясняет очень понятно. Профессия учитель нужна и востребована, и для того, чтобы оказать поддержку, 2023 объявлен годом педагога и наставника. За это время проведено множество мероприятий, которые придают особый статус педагогическому работнику. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки Ленинские прошла встреча клуба владельцев классических автомобилей «Волга ГАЗ-24». Любители ретро-машин закрыли летний сезон и прокатились по живописной территории музея. Серийное производство легендарных автомобилей «Волга» ГАЗ-24 стартовало в 1968 году. Сегодня знаменитой модели исполняется 55 лет. Клуб владельцев ретро-машин встретился на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», чтобы закрыть летний сезон. Нас объединяет любовь к этим машинам. Я считаю, это прекрасное наше культурное, техническое, историческое наследие, да, эти автомобили. Они эстетичны, они красивы сами по себе. Я считаю, что 24-я «Волга» – это, ну, возможно, коллеги из других клубов меня поправят. Это самый красивый отечественный легковой автомобиль, который тогда можно было купить за деньги. Мы не берем машины высшего класса. Сейчас нечасто можно встретить на дорогах 24-ю «Волгу». А на выставке все желающие могли осмотреть коллекцию машин советской эпохи во всех деталях. Несколько тысяч этих машин на ходу точно есть. Вопрос в том, машины в оригинальном состоянии, сколько их осталось. Их, я думаю, количество сохранившихся измеряется сотнями. Сотнями машин, потому что прошло много времени, и машины подвергались разным, так сказать, условиям эксплуатации. Представленные автомобили сохранились в прекрасном состоянии благодаря заботливым владельцам. Для многих из них коллекционирование ретро-автомобилей – настоящая страсть. У Александра Ладынина 24-я «Волга» стала его первой машиной. Мне исполнился 21 год. Пришел брат с мамой, положили ключи и сказали: вот нам тебе подарок. Эта машина уже, получается, сколько, 17 лет. Она долго восстанавливалась, восстанавливали мы ее лет 6. Восстанавливали тяжело, потому что вроде не так много времени прошло, но запчастей, к сожалению, на рынке мало, и сейчас их еще меньше становится. На мероприятии присутствовал один из создателей легендарной «Волги». В прошлом художник-конструктор Горьковского автозавода Николай Киреев. Сначала в рисунках вели поиск определенного образца. Вот. Информации по аналогичным автомобилям было очень мало в то время. Поэтому чисто интуитивно мы, в общем, старались более современный сделать автомобиль. Сделав красивые фотографии, владельцы ретро-автомобилей сели в свои «Волги» и сделали круг по дорогам музея-заповедника, любуясь живописными осенними пейзажами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.